Такой огромный пакет покупочек с Wildberries и Озон. Давайте начинать. Что покажу, это кронштейн. Он у меня в разобранном виде. Почему? Потому что я его на Озон проверяла. И коробку там оставила. Не люблю эти коробки домой носить, поэтому вот так. Это у нас с вами кронштейн для телевизора. Куда, зачем и почему, расскажу потом, когда придет кое-что еще. Hardtense, получается, поворотный. Он вот такой вот, поворотный кронштейн. Все целое, все отлично. Тут к нему запчасти, к нему саморезы. Что-то тут еще к нему, вот эта вот штука. В общем, это муж будет с этим разбираться. Так, дальше что взяла себе? Взяла себе вот такой лак. Я все хочу себе делать маникюр сама, но пока не хочу. Камуфлирующая база очень красивого оттенка. Я вам потом, когда, если буду делать маникюр, я вам все покажу. И втирку. Втирку можно с обычным лаком, не обязательно с гель-лаком. Втирка перламутр. Жемчужный. Это Wildberries уже. Так, дальше. Взяла себе вот такие твизеры делать маникюр. Они, кстати, очень бюджетно стоили. Надеюсь, и работать будут так же. Что такое твизеры? Твизеры – это маленькие такие ножнички, чуть-чуть изогнутые на конце, чтобы срезать кутикулу. Профессиональный маникюрный инструмент. Отзывы были хорошие, заказала. Потом, если что, расскажу. Так, дальше. Дальше у нас вкусняшки. Это у нас с вами, девчонки, сушеные овощи. С девчонками в Телеграм обсуждали. И я решила, что мне тоже надо. Это очень удобно. Сушеные томаты резанные. Они вот такие вот, видите, миленькие. Отзывы хорошие тоже на эту марку. Поэтому взяла много всего. Еще кое-что идет, тогда покажу. Морковь сушеная. Это, по-моему, 500... 350 грамм, 500 грамм, хотя баночки одинаковые. Она вот так тоже мелко порезана. Знаете, вместо пережарки суп в блюдо. Это очень удобно, когда ты супер-мега занятая мамочка. Вот такие вещи они выручают. В следующем году я, конечно, возможно, насушу сама. Сейчас мне хочется вот так. 500 грамм свекла сушеной, но банка прям большая. Видите, по-разному как весит продукт. Она тоже такая достаточно миленькая. В общем, классно. И баночки такие лаконичные. Поставить даже на видное место будет не стыдно, скажем так. Так, дальше. Дальше, девчонки, пролившееся средство, к сожалению, но я все равно забрала, но не сильно пролилось. Это дозатор для мыла концентрата. Я вам уже показывала, даже не помню, как бренд называется, пенка для рук. Пенка для рук, которая мне очень понравилась. Мне очень понравились лаконичные бутылочки. Ванной такая стоит, уже в обзоре было, да. И вот решила взять вот такой теперь на кухне. По цвету мне подходит, такие ментоловые листочки. Сейчас открою все, разведу. Здесь концентрат, который до полной бутылки разводится водой. И пенкой потом с дозатором мы с вами ручки будем мыть. Посмотрим. Вообще был ментолового цвета концентрат. А тут даже не пойму, с каким ароматом. Аромат чабреца. Другой был заявлен. Можно было, конечно, и не забирать, но я решила все-таки забрать. А дальше очень интересная коробочка. Это у нас с вами, девочки, то, что нужно сейчас всем. Перед Новым годом будем с вами убираться. И будем убираться с вами средством антижира от Brand Free. Помните, мы с вами обозревали уже универсальный очиститель. Их и очень многим девчонкам он понравился. Многие девочки его заказали, писали просто вау отзывы, как они вывели многие пятна, и теперь просто счастливы и радуются. Я решила заказать их средства антижир. Здесь целых 4 штуки и всего 600 чем-то рублей, девчонки. То есть одна штука на перерасчет вообще выходит дешево, можно и одну купить. Но так как отзывы великолепные, мне перед Новым годом, я думаю, вам тоже, многие убирают свою квартиру, выкидывают лишний хлам, хочется все как следует очистить. Будем с вами тестировать. Так, сейчас я вскрою. И все покажу. Упаковано в пупырку. Вообще отлично, замечательно. Отзывы великолепные. По отзывам это просто что-то с чем-то. Поэтому будем с вами чистить. Будем с вами чистить посуду. Будем много чего чистить и тестировать. Для столов, духовок, микроволновых печей. Вот микроволновка тоже надо почистить. Плиты, посуды. Очищает от жира, нагара, копоти. Не оставляет белесых разводов. Вот такой здесь дозатор. Давайте пока протестируем на момент отдушки. Даже не поняла ее. Нет. Никакой химозности не чувствую. Какой-то вот легкий-легкий аромат чистоты. Вообще никакой химозности не чувствую, слушайте. Как здорово, вонять не будет. Потому что, ну, у нас с вами даже средства Faberlic такие мощные. Я уже молчу про Grass, они очень химозные. И мне прям окно хочется всегда открыть. Здесь не чувствую. Прям носом туда кунаюсь. Вообще здорово, молодцы. Так, ну все, теперь будем тестировать. Что мы будем с вами чистить? Мы много чего сегодня будем с вами чистить с помощью Brand Free. Я хочу почистить свою любимую форму от нагара.
Я хочу почистить свою любимую сковороду. Смотрите, вот на крышке здесь всегда скапливается и трудно поддается очищению, поэтому нужно именно средство, которое хорошо с нагаром и жиром справляется, да? И я буду чистить сегодня вот эти вот штучки. Как их назвать, девчонки, правильно? В общем, вот эти вот рычажки. Сейчас покажу, как я это делаю. Видите, тут тоже протирай, не протирай. А вот все равно налипает вокруг них. И их лучше снимать, чтобы правильно почистить. Будем чистить с вами микроволновку. Она тоже требует ухода. Приводим свою кухню в порядок к Новому году. Так, у нас с вами средство подходит практически для всего. Еще, кстати, даже для ежедневной уборки, что мне понравилось. Особо нравится, что нет у него химозной отдушки от жира, нагара, копоти, от пригоревшей пищи на посуде и налета. Полностью растворяет жир. И здесь у нас всего время воздействия 20 секунд. Представляете? Так, что мы сейчас с вами будем делать? Мы будем снимать вот эти штучки у плиты. Как я это обычно делаю? Рукой это выдернуть их непросто, поэтому я всегда беру пассатижи. Вот так все это дело вытаскиваем. Здесь есть пружинка. Она нам не нужна. Все остальное складываем в контейнер. Вот видите, вот эти штуки, они обычно самые грязные и внутри. А если их не снять, их нельзя так почистить хорошо. И вот здесь вот тоже вокруг, да? Вот так снимаем каждую штучку аккуратненько. Ни одной рукой не очень удобно делать. Это надо аккуратно, чтобы их не повредить еще. Так, в общем, сейчас я сниму. И мы продолжим. Так, смотрите, какая красота. Я уже открыла. Здесь у нас с вами клапан такой. То есть off-on. От деток, от всего вот это вот можно закрывать. И начинаем распылять. С этим средством лучше работать в перчатках. Производитель так рекомендует. Но вы меня знаете. Я это дело очень не люблю. Вот так как следует распылили. Чтобы везде попало. Так, и поехали дальше. Теперь у нас с вами будет, ну, никакой одушки удушающей не чувствую. Вот это вот легкая, которая была из флакона, и все, вот такая вот она, ну, не знаю, девчонки, легкая, легкая какая-то одушка цветочков и чистоты, прям легкая-легкая. В нос не сшибает, химия никакая не бьет. Так, теперь вот эти места я запшикиваю сразу, заодно потом и раковину. На ней очень много налета. Она у меня старая, и она очень любит этот налет. Собирайте, вода у нас дико жесткая, ее хоть каждый день чисти. Так, вот сюда. Вот здесь у меня главные места. Так, теперь крышечка поехала. Тоже как следует, чтобы попасть, вот, где у нас был с вами этот нагар. Объем большой, кстати, 600 мл. Бутылки такие внушительные. Так, ну и все, сейчас буквально на минутку, наверное, ставим и посмотрим. У нас там все с вами выстаивается, нам нужно обработать вот здесь, чтобы не попадало так аккуратненько. Можно, кстати, наверное, на губочку нанести и губочкой промакнуть те места. Этого будет достаточно вполне. Вот так. Кнопочки вот эти. Ручку сейчас тоже обработаем. На ней любит всякая гадость собираться. Так, и микроволновочку сейчас, слушайте. Ну, как бы тут можно не ждать. Смотрите, как здорово. Опачки. Все сразу. Ой, как здорово. Просто протираем, практически не прилагая никаких усилий. Вау. Ну тут как бы все уже. Следом идет с вами у нас тарелочка из микроволновки с чем-то пригоревшим. И сама микроволновка. Обрабатываем сами такие места. Тут это, кстати, вот уже ржавчина. Так, кольцо вот это вытащим. В целом только здесь пятна. Больше их там нигде на стенках нету. Ой, ну то сразу, видите, растворяет загрязнение. Представляете, как здорово? Кажется, у меня появился новый фаворит на кухне. А вот еще дверца, конечно. Дверца сейчас губочкой. Дверцу вот так протрем. А оно сразу все практически тоже отходит. Ой, какая прелесть. Замечательно. Пусть чуть-чуть вот так постоит. Мы с вами посмотрим, что нам еще надо пропшикать.
снять еще вот эти конфорочки, пропшикать. Так, сковорода пойдет следом, а то у меня уже тут много всего, надо это все сполоснуть. Теперь нам нужно сполоснуть и с помощью тряпочки... Фокус, ты где? Ой, они уже беленькие, смотрите, вот без тряпочки я пальцем провожу, вся грязь сходит. Сейчас мы это все будем с вами споласкивать. Смотрите, вот здесь какое загрязнение. Вот тут надо, наверное, тряпочкой. Мне одной рукой не очень удобно и внутри. Я думаю, сейчас все просто прекрасно отойдет. Девочки, вау, вау, вау. У меня ни одно средство, могу заявить с уверенностью, никогда не отмывало так крышки. Никогда где-нибудь какая-нибудь залипшая кака, но оставалась. Здесь я не терла вообще. Я смыла и прошлась губкой. И нигде не осталось и следа. Вот здесь всегда от какого-нибудь средства, но оставалось. Или приходилось чем-то жестким тереть, или второй раз повторно обрабатывать. А тут все идеально. Вообще у меня шок. Так, сейчас следом сковорода пойдет. А дальше. Все в воде еще. Ну, это вообще элементарно отмылось. Форма. Вообще красота. Ручка отмылась замечательно. Так, а здесь просто шок. Тоже не терла, а просто под проточной водой промыла с губкой и все. Посмотрите, какое все беленькое. Сейчас будем одевать на место. У меня шок, честно. Очень быстро и очень круто убирает все. Потрясающе. Кстати, вот поставила водичку от этих штучек, да, чтобы вы видели, что вот она вся грязь растворяется. Волновочка. Шик, блеск, красота. Вся грязь ушла, это у меня ржавчина. Это все ржавчина. Такая вот у меня микроволновка. И там тоже ржавчина. А грязь ушла вся. Дверца. Вот здесь внизу прям было скопление. Все вообще потрясающе. До скрипа. Кайф. Вот такой теперь практически девственный вид у моей плиты. Вставила все на место. Потрясающе, великолепно. Чистим дальше. Но мне прям, если честно, шок, потому что все так быстро, все так просто, и так здорово, и так чисто. Поэтому рекомендую. Антижир Brand Free попробовать обязательно. Вещь вообще огонь, девчонки. Здесь же тут же, не отходя от кассы, мы сейчас с вами вот тут сковороду почистим. Вот тут. Она ничем, кстати, не отмывалась. Смотрите, какой налет. И вот эти вот штучки. Комфорочки. В этом же контейнере. Здесь какой налет. Тут какой налет. По бокам особенно. Неудобно мыть. Так, достаем все. И складываем. Обработаем плиту. Она сама не очень грязная. Но тем не менее, вот эти пятнышки надо немножко обработать. И запшикиваем вот эти вещи. Как следует. Если такую процедуру проводить раз в месяц, раз в два месяца, плита всегда будет в идеальном состоянии. Так, и сковорода. Сейчас сначала давайте здесь, а потом тогда ручку с той стороны. То, сковорода в отличном состоянии, плита в идеальном состоянии. Сейчас у нас будет с вами чище, чем до покупки. И сейчас приступаем к промыванию вот этих вот запчастей. Вода, видите, уже, ну не вода, а средство такое грязнище. Я уже все промыла, собрала. Все просто отлично, шикарно, великолепно. Супер. Моя плита теперь как новая. Я довольна, девочки, как слон. Чистота, красота. Супер. Молодцы вообще, Brand Free. Средство покорило. Слушай, надо пока такая хорошая цена, прям взять еще себе упаковочку. На год хватит точно. Вот он, собственно говоря, дозатор. Развела. Смотрится красиво. Я, конечно, там точно не аромат чабреца был. Слава богу, он более-менее приятный. И такая травянистая, сладенькая душечка. Очень красиво смотрится просто. Мне нравится дизайн. Вообще великолепно. И вот как это все дело происходит. Кто не видел обзор предыдущий. То есть это пенка для мытья рук. Мне очень нравится вот сама задумка пенки. Приятная, приятная душечка. Ничего, все здорово, все замечательно. И, кстати, мне вот не сушит руки. Про то вот средство, которое в ванной, мне не сушит. Чему тоже как бы несказанно рада. Это как эко-продукция, они себя заявляют. Ну, будем надеяться, что это так. Вот как выглядят баночки с овощами. Морковка, смотрите, какие тут крышечки интересные. Сейчас скроем, понюхаем. Томаты. Свеколка. Это один и тот же бренд. Я решила взять отзывы, тоже неплохие были. Поэтому, чтобы все было в одном дизайне,
пусть будет так. Скрывается, грубо говоря, как консерв. Вот морковка немножко помятая, но здесь очень мягкий материал, ничего страшного. Вот эти крышечки открываются, вот такой аромат пошел. Мне больше нравятся кусочки свеклы. Борщ варить без проблем. Добавила, не знаешь никаких бед. Ой, очень вкусно свекла пахнет. Вообще не ожидала. Это томаты. Тоже очень вкусно. Обожаю томаты сушеные, вяленые. Вы помните, как я их сушила? Вот к ним чесночка добавить и замочить в маслице. О! И морковка. Все нормально вроде. Морковкой пахнет. Ну, в общем, все здорово. Мне все в целом нравится. Очень удобно. Потом вот этими прозрачными крышечками закрываем и таким образом храним. Красиво, лаконично. Смотрится так очень даже симпатично. Ну а на этом ролик буду заканчивать. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Ссылочку на антижир бренд Free оставляю под видео. Проходите, знакомьтесь, приводите свою квартиру к Новому году. Просто в идеальное состояние. Всех люблю, целую, всем пока-пока.